здравствуй, очень рада видеть, потому что знаю, что ты хороший собеседник, у которого всегда есть своя точка зрения на происходящие события, так? Возможно. Сейчас посмотрим, проверим. Посмотрим, самое интересно. Тогда первый вопрос, интересный, на мой взгляд. Вот смотри, ты сейчас депутат парламента, политик, вот, но ты еще и политолог. Это такое, которое всегда с тобой, да? Скажи, пожалуйста, а вот всегда ли совпадают твои политические видения с позицией партии? И что ты делаешь, когда они не совпадают? Ведь может же быть такое? Ну, понятно, что у меня обычно свое видение. Оно не всегда совпадает с видением партии, с позицией партии. У нас в партии очень часто бывают споры. Но, как знаете, в любой левоцентристской партии функционирует принцип демократического централизма. То есть большинство всегда решает, и если твоя позиция убедительна, тогда большинство принимает твою сторону. Если им кажется, что она неубедительна, они, соответственно, принимают такое политическое решение. И в чем здесь политический момент есть интересный? Что в парламенте, допустим, вот на сегодняшний день, я считаю, что снятие иммунитета с депутатов, да, это, как бы, это огромнейшая глупость. Это огромнейшая глупость, которая нам аукнется. К примеру вам даю такой пример. Да? В партии, допустим, считают, по крайней мере, некоторые считают, да, что нет, что это нормально, что не надо отказываться, потому что таким образом мы показываем, что мы не боимся там, что мы скрываемся за иммунитетом, что у нас нет уголовных дел и так далее. И, соответственно, вот, допустим, если будут голосовать в парламенте, безусловно, мне придется голосовать в парламенте за эту, мягко говоря, да, глупость, мягко говоря, я вам скажу так. Да. Или, допустим, но это не значит, что я не смогу писать, я не смогу отстаивать, я не смогу выражать точку, свою точку зрения. Вот. Когда я даю интервью, когда я пишу комментарии, когда я снимаю свою передачу и так далее. Это раз. Или по другим там вопросам есть, когда мы голосовали за ЧНА, да, то есть Национальный коррупционный центр, переход его под парламент. Под контроль парламента. Да, формально правильно, когда ЧНА контролируется парламентом, а не правительством. Ведь в правительстве вся коррупция, а не в парламенте. Почему в правительстве? Потому что там бюджет. Там бюджет. Я не говорю, что в парламенте все честные, да, и так далее. Но в правительстве бюджет. А значит, у них больше возможности разворовывать этот бюджет, потому что они его контролируют. Но понятное дело, что в том политическом контексте, вот с моей точки зрения субъективной, было бы куда рациональнее не переводить его под контроль, допустим, того же парламента. Хотя, опять я вам скажу, что есть столько политических нюансов. Если мы бы тогда не проголосовали, тогда мы бы имели до сих пор правительство Стрельца, имели бы АИЕ-3, имели бы и этот костяк альянса, и так далее. Поэтому отличие от того, когда ты политолог и когда ты еще и действующий политик, состоит в том, что ты свои видения должен иногда фильтровать, это раз. Два, ты должен свои видения подчинять общей политической воле партийной. Научился, да? Уже, судя по твоим примерам. В какой-то мере, да, потому что мне пришлось проголосовать и за ЧНА, что перешло под контроль парламента, и там и за другие некоторые законопроекты, которые у меня вызывали, мягко говоря, вопросы. Но вот эта политическая целесообразность, политический контекст, воля большинства, политическая дисциплина, да, заставляет принимать эти правила игры. Если тебе не нравятся эти правила игры, здесь есть пару выходов. Да. Первое, ты не приходишь на заседание парламента, к примеру, в тот день. Это раз. Два, ты выходишь из партии просто-напросто, да, или из парламента уходишь. Ну и третий момент, да, не знаю, просто-напросто завязываешь с политической деятельностью, вот, раз и навсегда. Вот такой, и все. Такой развернутый ответ ты дал, спасибо, на самом деле. Ну вот, глядя на тебя, когда ты стал депутатом, у меня сложилось, знаешь, вот такое впечатление, что ты не балдеешь от парламентской деятельности. А я уже, поверь мне, у меня глаз намётан. Я примерно за эти годы могу понять, как ощущает себя тот или иной человек. Зато я вижу, что тебе нравится принимать участие в различных акциях партийных, да? Вот Богдан может выступить с речью, да, и все скажут, ах,
какая речуха, как он сказал. Получается ведь. Я вижу, что тебе это нравится, что так. ты знаешь и ценишь слово. И вот в этом направлении ты сейчас на данный момент, вот плюс возможности депутата, чувствуешь себя вот таким реализованным. Я права? Ну, в какой-то мере, знаете, в фракции 25, сегодня 24 депутата. Они все хотят, как вам сказать, высказать свою позицию. Да. Они все хотят, ну, может быть, некоторые из них, ладно, не все, но некоторые хотят выделиться. У них не было же возможности выступать перед людьми, выступать перед парламентом, выходить с инициативами и так далее. И поэтому я часто, как вам сказать, уступаю. Очень часто уступаю, да, говорю, ну зачем мне вот выходить там с какой-то декларацией или с каким-то, с какой-то речью, да, с каким-то вопросом, когда у меня было, это, было много раз вот эта возможность, да, это сделать, и еще будет. Это во-первых, я поэтому не столь активен в этом да, плане. Не а активен, во-вторых, я а заметила. Во-вторых, да, во-вторых, у нас очень часто распределяются роли в результате решений партийных. Ну, к примеру, там, по национализму выходит один человек выступает, по экономике выходит другой, по бюджету выходит третий, по вопросы задают все, да. И я, допустим, очень часто ловил себя на том, что вот хочешь задать вопрос, и ты нажимаешь на кнопку, да. А так как у нас парламент, можно сказать, захвачен, контролируется олигархами, то что получается? Что товарищи из Альянса за европейскую интеграцию, или как он там еще называется, да, они уже сами запутались в этих названиях, альянсах. Они все одновременно нажимают на кнопку. И в результате, представьте себе, 80 человек хотят задать вопрос. А у тебя только 30 минут. Они специально, как вам сказать, ограничивают. 30 секунд. 30 минут вообще. 30 минут дебата, прения, на обсуждение. Да. Да. На обсуждение там всего, понимаете? Вот на обсуждение кандидатуры премьер-министра там вообще не было времени. Ну, это да, это отдельная и так далее. Абсолютно тема. И вот за эти 30 минут от нашей фракции очень часто успевают задавать вопросы 2 человека. 2-3, не более. Часто только 2. Я вам реально говорю, почему? Потому что эти товарищи просто троллят и просто спамят парламент. И для многих депутатов просто реально нет возможности высказаться. Просто ну, реально. Ты находишь такие возможности, потому что ты много пишешь. Да, я читаю вот всегда твои комментарии с большим интересом. А сейчас еще добавилось телевидение к сфере твоих можно интересов. Так, можно так сказать. Да, вот, коллега, скажите, вас увлекло телевидение так, как меня, например? Любите ли вы не так знаю. Теперь телевидение, как мы люблю его разного, я? Разного уровня все-таки профессионализма. Я здесь любитель, я просто пытаюсь, я просто пишу текст, да, и просто подаю какие-то видеосюжеты для оператора. Но у нас нет тех технических условий, материальных ресурсов, чтобы сделать вот нормально. Но я имею в виду так, как я бы хотел, чтобы получилась эта передача коротенькая, или видеоблог, как я его называю. Но это очень интересно. Почему? Потому что письменный текст и видеотекст — это совершенно разные вещи. Да. Телевидение больше работает с образами визуальными, метафоры, образы, эмоции и так далее. А когда ты пишешь для газеты, ты должен, понимаете, больше апеллировать все-таки к рациональным аргументам, больше апеллировать к каким-то сравнениям, статистике, фактологии и так далее. Чего в телевидении, сама суть телевидения, как вам сказать, трудно смиряется с обилием статистики, с обилием фактов, с обилием там сухости подачи материала и так далее. И поэтому это другой уровень. Здесь свои сложности есть, и не так-то просто. Но тебе нравится? Ну, мне это нравится, конечно, но если были бы еще и ресурсы, как говорится, да, тогда было бы намного интереснее. Ой, не жалуйся, да. Ресурсы, я ресурсы констатирую вечная. Всегда на этот счет все телевизионщики мира жалуются, это правда. Ну, при всем при том, ты не член партии. Да, я не член партии. Почему? А потому что, как вам сказать, это побольше свободы тебе дает. Потому что если я был бы членом партии, это что означает? Я бы не мог вот высказывать свою личную позицию, да. Нужно было всегда смотреть на мнение руководства, на мнение там вышестоящих органов. Всегда нужно отчитываться перед ними за свои действия, за свои мнения высказанные и так далее. А так, учитывая тот факт, что я как бы член фракции, но я не член партии, я имею намного больше свободы
высказывать свое мнение по отношению к кому угодно, понимаете, к протестам, к самой партии, к лидеру партии, к олигархам, к тому же Плохотнюку, да. То есть мне никто ничего не говорит, это раз, да, то есть меня не ограничивают, не советуют, не рекомендуют даже, что мне говорить, как мне говорить и так далее, это раз. И два, с меня никто ничего не спрашивает, понимаете, и три, мне не могут давать указания, в принципе. Почему? Потому что я не состою в какой-то партийной ячейке, я не член там какого-то национального совета или политбюро партии или еще чего-то, да, чтобы мне давали вот указания, я должен был исполнять, как это делают остальные партийные чиновники или члены партии. И поэтому здесь есть свои плюсы. Я вам скажу, что в ПСРМ, к примеру, фракции Зинаида Петровна Гречанова, на сколько лет в партии, она до сих пор не является, она не была членом ни ПКРМ, кстати. Она не является ни членом ПСРМ. Господин Головатюк, тоже доктор экономики, экономист и так далее. Он себя чувствует свободней, будучи вот вольным художником, в смысле свободным ученым. Да. Он выходит со статистикой какой-то, он высказывает свою личную позицию. И тогда в эту позицию больше верят, она более аргументирована, она более, как вам сказать, она более широка, она более глубока. Почему? Потому что она не учитывает или учитывает лишь частично, да, вот какие-то доктринальные принципы партии и так далее. Вот господин Головатюк может свободно выйти с какими-то предложениями либерализации экономики, что с точки зрения социалистической доктрины, ну, не очень, как вам сказать, смотрится хорошо. Ну, прям скажем, да, это противоречие. А он может выйти... Два противоречия. Конечно, да. Он может выйти там по деятельности Бенемия, по деятельности там того же Нацбанка, да, по деятельности других институтов финансовых, и критиковать их так, как он считает правильным, и как он считает целесообразным с точки зрения реальной экономики, а не с точки зрения доктрины партии, которая, любая доктрина, она всегда ограничивает и твое видение, и твои действия, и твои возможности. Вот если бы сейчас твои роли, вот ты сам сейчас распределял, то есть получается, ты вначале себя чувствовал бы политологом, ну, конечно. А потом депутатом. Конечно. Я правильно понимаю? Хорошо. Тогда как политологу вопрос. В той партии, да, к которой ты относишься все-таки, ты депутат от партии социалистов, какой бы совет на сегодняшний день ты бы дал, самый главный? Потому что понятно, что это ведущая оппозиционная сила, да? Понятно, что все-таки сейчас партия находится на подъеме, потому что я вижу, что, не знаю, растут ряды, видим, да. Какой главный совет ты бы дал этой партии? Знаете, главный совет для любой партии – это быть всегда ближе к народу. То есть это не популизм. Всегда нужно проводить соцопросы, всегда нужно проводить измерения, всегда нужно встречаться с людьми, всегда нужно учитывать чаяния народа, чаяния производителей, чаяния фермеров, чаяния реального сектора экономики для того, чтобы быть всегда, как вам сказать, в ногу со временем, рядом с народом, для того, чтобы учитывать и защищать всегда национальный интерес. Потому что любая партия в своих действиях, как говорили многие известные политологи, они стремятся к олигархизации, то есть стремятся к замкнутости, стремятся к закрытию и к тому, чтобы определенные политические решения принимал узко ограниченный круг людей. А это всегда риск, понимаете, дистанцироваться от народа. Это всегда риск впасть в какой-то маразм, да, политический. И мы видели, по примеру, партии коммунистов, к примеру, да, когда они шли с лозунгами за русский язык, за вхождение в Союз России, Беларусь и так далее. А потом хоп, и развернули, да, развернулись в противоположную сторону, да, за Европейский Союз. Ну да, там сложная была в этом плане история. Говорили там о федерализации какой-то, намекали, по крайней мере, даже выходили с инициативой. Потом приняли в 2005 закон об особом статусе Приднестровья, то есть приняли закон об унитарном, скажем так, государстве. То есть в результате этого они, когда пришли вот с одними лозунгами, да, они победили, 71 мандат имели в 2001 году. А потом, когда они сдистанцировались, имели 56 мандатов, потом опять 60, ну, потом 40. Они вот сегодня, были партией власти тогда, потому что это партии, другая ситуация. Да. Так, нет, стойте, другая ситуация. Нет, ситуация может быть и другая, но феномен тот же. Когда ты максимально учитываешь мнение народа и не боишься, понимаете, а что подумает Запад, а что подумает там, Москва, Богдан, а что не подумают лукавь, другие? Потому что все-таки, давай скажем откровенно, что
в оппозиционности партии, да, особенно если это парламентская партия, есть еще много плюсов. А вот если это уже правящая партия, там есть некие свои нюансы. А в чем ты видите понимаешь? В Молдове вот, плюс оппозиционности? Объясните мне, пожалуйста. Я считаю, что плюс оппозиционности любой партии, да, это то, что вот на самом деле... Ни за что не отвечаешь? Да. Ага, и хорошо. Ты можешь сидеть напротив меня и совершенно спокойно чувствовать себя уютно, да, и говорить мне аргументы и доказывать, и ты будешь же доказателен, да, так. В плане того, почему эта власть является, значит, антинародной, олигархической, как ты говоришь, и все остальное. И вообще люди, которые представляют правящие партии, они чувствуют себя неуютно, если только это не их собственное средство массовой информации. Они чувствуют себя неуютно на оппозиционных каналах. Я поэтому говорю. Которых 2-3. Ты не услышал, если это не их собственные средства массовой информации. Это раз. Да. Они чувствуют себя, как вы сказали, неуютно только на оппозиционных каналах и только на встречах с избирателем. А так они себя чувствуют очень уютно. Я вам задам простой вопрос. Вот если вы говорите, что в оппозиции так хорошо, почему все так стремятся во власти? Почему вот ЛДПМ, которая якобы перешла, вроде бы пыталась, потому что во власти решаются вопросы, а в оппозиции об этом говорится только. Власти всегда комфортнее, по крайней мере сегодня, когда страна захвачена, когда фактически вот Freedom House, видели последние исследования, 2-3 дня назад, они говорят, что в Молдове индекс демократии 4,89, в прошлом году было 4,86. Чтобы телезритель понял, о чем идет речь, это значит, что демократия деградировала еще на 3 пункта. И у нас сегодня система полуавторитарная, но мы движемся к диктатуре. Потому что по индексам, по понятиям Freedom House, если страна имеет от 5 пунктов и выше, это уже диктатура. У нас 4,89, да, осталось 0,11 пунктов до диктатуры. И поэтому я вам скажу, что в оппозиции не так уж и комфортно. Оно комфортно, когда ты в демократической или либерально-демократической, давайте скажем так, стране. Вот что говорите вы? Вы говорите, олигархат, и так далее. Я знаю. Сидел господин Батрынча, да, на твоем месте и говорил, что вот и запугивают, там есть разные. Я же не говорю, что это сладкая такая уж жизнь. Но тем не менее, есть в этом определенные свои, вот та степень свободы, о которой ты говоришь. Степень свободы определенная есть, но также и степень ответственности, и степень риска. Ну, в то же время сознание того, что все впереди. Власть-то уже понимает. А вы говорите, вот мы придем к власти, будет то-то, то-то, то-то. И так любая, наверное, оппозиционная партия. Вот смотри, давай сейчас с тобой, поясним вот это решение в отношении протестов. Ты активный пользователь соцсетей и наверняка читаешь много средств массовой информации, знаешь, что вот видишь, какое отношение. Даже те, кто действительно относится к вам хорошо, они тоже иногда вот о целесообразности протестов, да, задают эти вопросы. Вы слушаете, отвечаете на эти вопросы, я вижу, вы активны очень в отношениях с избирателями, да, там с когортой тоже политических комментаторов, да, вы это делаете. Вы объясняете и объявляете новый протест. Вот самый последний, это суббота. Скажи мне, пожалуйста, какой цели вы хотите добиться вот этой субботней акции? Потому что вот те задачи, те лозунги, о которых я слышала, они достаточно общие. Да? Угу. Вы там за государственность, ну, против унионизма, вот это все понятно. Но это в 4 городах, по-моему, да, все. Ну, вот, да, то есть должны выйти люди, и они должны высказаться, значит, за эти идеи. Цель. Ну, у любого протеста, понимаете, есть свои механизмы, задачи, цели. Здесь, если так, техничную цель назову, первая техничная цель, она состоит в том, чтобы не дать угаснуть протестные волны. Так. Потому что власть хочет стабилизироваться, господин Плохотнюк, он тоже хочет консолидировать свои позиции, свою власть. Это нормально, это понятно, по крайней мере, если учитывать его позиции. Нам это не нужно, народу это не нужно, потому что народ, все опросы показывают, 82, 85, 77% в отличие от опроса говорят, что страна движется в неправильном направлении. Направление, да. Более 70% говорят, что власть в стране узурпирована. Вот последние опросы, CBS, Axel, какие угодно, и ассоциация социологов и демографов, говорит, страна захвачена. То есть государство используется кучкой олигархов,
да, можно сказать даже одним олигархом и его кланом, в личных целях, в личных целях. В результате этого нам что нужно? Нам нужно, первое, чтобы протестная волна не утихала, так, чтобы система не могла стабилизироваться, чтобы диктатура не могла консолидироваться. Это первый момент. Второй момент, очень важный. Нам нужно поддать очень четкий месседж, понимаете, очень четкое послание, посыл. Во-первых, для румын, для Румынии. Во-вторых, для унионистов в том, что большинство граждан Молдовы все-таки за независимость, что мы выступаем за суверенитет, что воля народа, которая была объявлена в 91 году, о том, что молдаване существует как гражданская нация, что мы создаем или воссоздаем свое суверенное государство, эта воля не угасла, и она в любой момент может стать как единый кулак для защиты своей государственности. И мы отправляем четкий посыл это и внутренним товарищам, и нашим внешним братьям, скажем так, да, или партнерам. Mm-hmm. Ну и третий момент, давайте, так как политолог все-таки... Сейчас я всегда... угадаю. Это сейчас это угадаю. Можно предвыборная кампания. Да, да. Предвыборная я только кампания, это хотела партии, сказать. И все партии, понимаете, будут делать какие-то марш, какие-то ралли, как в Америке, да, какие-то протесты для того, чтобы накапливать какие-то политические очки. Но заключая, вот, делая вывод ко всему этому, да, гонка гонкой, предвыборная гонка, протесты протестами, но в реальности, я это говорю со всей ответственностью, ситуация для Молдовы очень плохая. Мы действительно можем потерять независимость. И я не хочу здесь это говорить для красного словца. Я скажу только одно слово, только одну мысль. Впервые, понимаете, за 23-25 лет почти что существования независимости молдавской, премьер-министр соседней страны, Дачан Чолош, да, который был еврокомиссаром, то есть это очень ответственный, очень умеренный человек, который фильтрует каждое слово. Так вот, впервые премьер-министр соседней страны, то есть Румынии, заявил о том, что он сделал все возможное, чтобы задачи Унири, идеалы Унири были осуществлены в практику. И впервые за эти, то есть в реальность, и впервые вот за эти 20 с чем-то лет мы имеем план по объединению Молдовы с Румынией, который выдвинул не кто-то а партия президента Румынии, Клауса Йоханнеса, национал-либеральная партия. Я понимаю, о чем поэтому ты говоришь. Поэтому независимость сегодня действительно, вот, заканчивая эту мысль, сегодня независимость под угрозой реальной. И я не хочу, чтобы люди думали, это опять шоу, там вот, потанцуют, покричат, поорут и так далее. Мы хотим донести до людей важность борьбы за нашу государственность, важность борьбы за наш этнос, за нашу нацию и за наше будущее. Ну вы еще хитрые. Кто, вот. Я хитрый? Нет, я имею в виду социалисты, потому что, ну вот, сколько вас ругали за то, что, ну вот, нужно, значит, организовывать протесты так. И ставить четкую, конкретную цель, вот прямо так. Чтобы это было. И вот платформа, да, они вроде как, да, свои пункты обозначили, да. и получилось после вчерашнего, да, решения апелляционной палаты, что по многим пунктам власть как бы переиграла. Я так считаю. Это мое мнение, я на нем все-таки настаиваю, потому что получается, что в принципе идти на протест уже 24-го. В чем смысл? Ну, я понимаю, да. Вопросы. А вы как бы вот как раз за то, за что вас ругали, за то, что ставили какие-то общие такие вот задачи, вот на данном этапе получилось. Ну, а этот протест, мы как заявляли, он имеет право на жизнь. Люди выходят, все красиво. Людмила Николаевна, да? Разрешите даже так обратиться. Это впервые ко мне в эфире, но мне интересно. Знак особого уважения. Я это запомню. Да, вы правы, если рассуждать чисто вот как советник, как политтехнолог, как политолог, типа, что вы ходите на протесты, да, что вы хотите? Генпрокурор отставку, так вон, его отправили в отставку. Да, получите. Отставка президента Нацбанка, так вон, отставили его уже, отправили давно, нового дали вам, с тремя гражданствами, суперевропейского, да. Что вам надо? Кто украл миллиард, да, вот вам сидит Филат в тюрьме, да, что вы хотите? Конкретно ЦИК отставку. Вон, все отправлено в отставку. Да, иммунитет. И даже ваш человек будет там председателем ЦИКа.
Даже и такое нам говорят. То есть, что вы выходите протестовать, что вам делать нечего? Идите лучше прошуйте, идите занимайтесь делами и не пудрите мозги людям. Вот так говорят представители власти, так говорят многие политологи, так говорят некоторые граждане. Типа, что протестовать? Но ведь проблема осталась. И проблема раз в унионистах, то есть не в самих унионистах, давайте я не хочу так понимать, проблема в риске ликвидации Молдовы, понимаете, поэтому протестуем против действий властей халатных, против действий унионистов, против действий соседнего государства. И два, вторая проблема — это олигархи. Но это же так. Я не хочу называть там список или этого конкретного кукловода, там, не кукловода и так далее. Но все же понимают, что эти олигархи, которые захватили государство, которые украли миллиард, которые промыли 8, отмыли 18 миллиардов через банк, которые сегодня, вот мы с вами разговариваем, а сегодня проводится рейдерская атака на МАИБ, Молдова Грейн Банк, понимаете. Об этом уже трубят все. Да, и господин Яницы, и другие. Через Почту Молдовы там отмываются какие-то материалы, анаболические средства, проводятся за границу. То есть схемы работают пуще прежнего. Нас грабят, понимаете, еще пуще, еще жестче, чем это делалось год или два назад. Поэтому, когда мы говорим, что проблемы как бы формальные решены, да, то есть мотивов для протеста нет, так мотивов еще больше. Да? Они поводы убирают, но мотивы, то есть главные причины, они же, они остались, же до сих пор, да, остались. Хорошо. Как политолог, как ты оцениваешь шансы вашего? Ну, я практически думаю, что уже можно назвать кандидата на пост президента после сегодняшнего решения. Не знаю, как это правильно политическое бюро решило, да, рекомендовать Игоря Дадона. Вот каковы шансы на победу? Ну, шансы всегда есть, знаете, ну, зависит, понятно, от борьбы. Да. Но если смотреть технически, то опросы показывают 32-34% рейтинга у Дадона, и все остальные кандидаты в два раза меньше. То есть у Майи Санду там где-то 15-16% плюс-минус, и у Андрея Настаса где-то 11%. 12%. То есть вот два фаворита, 2-3 фаворита уже двинулись, уже видны. То есть ты уже четко видишь, да. Так. И понятно, что Игорь Дадон фаворит в том плане, что у него самая мощная партия за спиной, самая мощная парламентская партия, скажем так. У него мощнейший идеологический ресурс. То есть мы идем на идеях демократического социализма, мы идем на идеях сильного государства, мы идем на идеях независимой Молдовы, что поддерживается 80% граждан. Мы на идеях нейтралитета, да, за это 65-70% населения. То есть у нас принцип партии большинства. Мы стоим на тех идеях, которые разделяются большинством населения. Вот возьмите любой опрос, то будь это барометр общественного мнения, или это CBS Акса, или любой другой. Там же везде написано, 65% граждан считают, что язык молдавский. Мы также считаем, 65-70% даже, за нейтралитет. Мы всегда говорили про нейтралитет. 52-57 за таможенный союз, за Евразийский союз. Мы также на этих позициях находимся. Да? 62-64% видят Путина главным политиком Молдовы, или самым популярным. Ну, Игорь Николаевич встречался с Путиным, да, что говорит о том, что он путь с каким-то доверием. Вот поэтому сегодня у Игоря Николаевича есть серьезные шансы стать президентом страны, но это безусловно зависит от народа, это зависит от сплоченности левых сил. А сегодня, как вы видите, олигархи не дремлют. Они разбили Комитет национального спасения, то есть вот этот альянс трех партий. Они фактически разрушили протестную волну, можно сказать так, потому что мы протестуем по отдельности. Ну, я заметил. А как я говорил в одной своей передаче, да, ну не нравится Плохотнюку, да, как Плохотнюку, когда оппозиция протестует вместе. Ему нравится, когда по отдельности. И вот так и произошло, понимаете? То есть здесь и мозгов-то не надо, да, больших ну, имеет. Если позволишь, я бы хотела сейчас вернуться к президентским, потому что, да, потому что вот сейчас этот важный момент хочу прояснить. Да. Вот вы просчитываете все риски, вы на самом деле серьезно готовитесь, потому что вот смотри, вы никогда не говорите очень плохо о Европе, я имею в виду о ЕС. Вы не говорите, что это такая вот плохая организация или все. Вы так говорите умно. Вы говорите так: мы не за то, чтобы воздвигнуть занавес со странами ЕС, мы за то, чтобы снять занавес в отношениях с Россией.
На следующей неделе Игорь Николаевич летит в Страсбург. Ну да. И что-то мне подсказывает, что он хотел бы произвести там тоже хорошее впечатление. И, наверное, здесь есть еще и связь с грядущими выборами. Как ты вот не прослеживаешь эти моменты? Я над этим не задумывался. А ты задумайся, потому что мне показалось, что кроме всех тех задач, которые он очертил, да, на этот визит, он в Фейсбуке написал, что будет с тем встречаться. Ну вот такой визит. Формально он встречается с генсеком Совета Европы, то есть Торбернем Ягландом. Который назвал нашу страну захваченным государством. Вот он имел смелость, кстати, это тоже не всякому так легко дается. Потом он встретится с Джованни Букитио, это председатель Венецианской комиссии, и с секретарем Венецианской комиссии. Сейчас не могу вспомнить его имя, поэтому не хочу вводить в заблуждение телезрителей. То есть он встречается, с одной стороны, это технические встречи, то есть встречи связаны с тем, что была изменена конституция. Она еще не была изменена, она просто есть решение конституционного. Она была реинтерпретирована, скажем так, очень творчески. Как-то так, да. Очень творчески. И Пассарон высказала свою позицию, что мы хотим международной экспертизы. И вот эта встреча имеет и технический характер, то есть хотим узнать мнение Букитио, мнение других членов Венецианской комиссии, мнение целого секретаря генсека, да, Совета Европы, что он думает вот о президентских выборах и так далее. Но, возможно, здесь есть и этот нюанс, о котором вы говорите. Я, допустим, реально, честно говорю, не думал об этом. Нужно ли Игорю Николаевичу там ехать на Запад, да, для того, чтобы как-то заполучить, заручиться там какой-то поддержкой. Но я не знаю, можно ли говорить, знаешь, вот прости, я не знаю, можно ли говорить здесь прямо о полноценной поддержке, но в связи того, что, вот, например, господин Тапиола высказывается, он никогда ведь не говорит, что если придут левые к власти, то это катастрофа, нет там, да? То есть просто оставить о себе хорошее впечатление. Ну да, ведь так? Формально я, допустим, критикую часто Европу, да, но нужно же понимать, то есть евробюрократию, вернее, это все-таки разные понятия. Нужно понимать, что действительно мы географическая часть Европы. Европа – это огромнейший рынок сбыта. Европа – это инвестиции, Европа – это какая-то стабильность, да, технологии и так далее. И нельзя поворачиваться вот так, да. Дружить с Россией – это не значит, что нужно плевать вот в сторону Европы. И наоборот, как у нас делают сегодня, да. Вот они идут якобы в Европу, хотя на самом деле, мне кажется, что в Африку. Да, там, по многим показателям мы там, честно вам скажу. По многим здесь показателям. Здесь должен был бы сказать, прошу прощения, у Африки. Да? Да, ну, действительно, это так. По многим показателям мы там, понимаете, где-то на уровне Замбии и так далее. А одновременно ссорятся с Россией для того, чтобы показать свою лояльность Западу. Как будто Запад этого просит. Да, Западу нравится, когда они гавкают в сторону России. Но это не значит, что это нужно делать. Ну вот, гавкнули раз, гавкнули два, закрыли нам рынок сбыта товаров. Упал экспорт на 16%. Упал. Что упал? Упал денежные трансферты гастарбайтеров процентов на 30%. Упал лей процентов на 25%, да, за год. ВВП вот на 0,5%. То есть все в падении, понимаете? Все в падении, кроме инфляции. Вот только растет только инфляция, растет долг. Почти 100% ВВП, понимаете? Почти 98%. То есть о чем мы говорим? Да, страна действительно уже на грани, страна перед пропастью находится, экономической и политической. И здесь надо что-то делать. И не надо вот разрывать связи с экономических, с Евросоюзом, а надо открывать рынки таможенного союза. Нужно оттуда инвестиции, капитал, технологии приносить сюда. Тем более, что там это все есть, и им некуда это вкладывать. И у нас те же стандарты, у нас те же заводы, те же предприятия, та же ментальность, та же железнодорожная колея, в конце концов. Те же электрические провода. Это аргумент. Вот с колеей сразу убедил. Это аргумент, действительно, может показаться смешным. Хорошо, тогда все-таки ты сам напросился, вот отношения с Россией. Так. Ну, всегда все ревностно относятся к тому, какие отношения у партии социалистов с российским руководством. Особенно ревностно относятся партии, которые называют себя партиями левой политической ориентации.
Ну вот смотри, такую вот вы прикольную фишку, такую вот вы сделали так. Вы не просто там, значит, периодически, да, даете отчет, что вы, ваш лидер встретился с таким-то руководителем и договорился по такому-то вопросу. И сборский клуб к нам приехал. Передо мной теперь сидит целый председатель. Целый председатель. Да, действительно. Развелось у нас этих председателей. И здесь бы мне надо бы тебя поздравить. Я это делаю искренне. Да, спасибо. Потому что на самом деле, ну, какие люди входят в этот сборский клуб? Ну, да, там элита. Вот, элита, да. Интеллектуальная элита. И вот все это дело... Вот, мне показалось это очень креативное такое вот решение. Которая, по сути, ну, не знаю, вот оно добавляет вам очков. Потому что, когда такие люди, да, говорят, что они думают по ситуации в Молдове, и они не скрывают своей симпатии к вам и к вашему лидеру. Они говорят открыто. Вот Проханов был у меня в эфире и говорит, а мне, в принципе, я ничего не хочу комментировать. Я вообще за то, чтобы Дадон стал президентом, потому что он мне нравится. Да? Так и есть. Ну, а ну, ты-то сам вот от этого сборского клуба, вот у тебя как? У тебя политический интерес, интеллектуальный какой? Знаете, я не могу сказать, что я прямо вот зубами рвался, так хотел, да, вот, если быть искренним до конца, так хотел вот быть, что я считал, что я вот заслуживаю этой функции или этой ноши, если как хотите, так и понимаете. Ой, только не говори, что это тяжкий груз на твоих плечах. Нет, так и есть, действительно. Почему? Я вам скажу, почему. Вот очень просто, двумя словами. Вот я здесь выйду, допустим, скажу какую-то глупость, да, ну, вот что-то, какую-то цифру неправильную, какой-то жест неправильный, то все скажут, а вот видите, целый председатель сборского клуба, смотрите, да, дурак дураком, да, и так далее. Поэтому это ответственность в этом плане. Во-вторых, это действительно элита. Это действительно элита. Это люди, у которых тысячи статей, десятки книг, сотни тысяч выступлений, огромнейший авторитет и в России, и в СНГ, и за рубежом. Угу. Эти люди, которые, как вам говорят, вот я, как вам сказать, вот я слушал Проханова, я имел возможность с ним общаться неформально. То есть и за стаканом вина, и в более такой дружеской атмосфере, да. И этот человек, он настолько талантлив, глубок, да, настолько он не от мира сего, да, что он всегда мыслит образами, он всегда говорит метафорами, это кузнец, понимаете, метафор, скрытых символов каких-то. Причин. Вот я слушал, я смотрел иногда на него, да, вот мы выпили стакан, там, другой стакан вина. И вот я чисто прислушивался, что он говорит, да. Вот в расслабленном ситуации, в расслабленной атмосфере, то есть без камер, без фотографов, не для записи, да. Не томи, уже говори после двух стаканов вина. И я слушал, как он говорит, понимаете, вот мы зашли с ним в Криково, к примеру, да, и он говорит, о, говорит, да это же храм, говорит. Это храм Диониса. Это только великий народ мог создать, да, такой храм. Это только величайший народ мог эту мистерию, да, это чудо сотворить. Вот он так говорит. Да. И слушал его, да, и говорю, да, действительно. Вот есть люди, да, которые действительно не от мира сего. Вот они мыслят по-другому, они видят глубже, они, Богдан, смотрят дальше. Ну, должна тебе сейчас сделать комплимент. Ну, а про Старикова, что вы говорите, или про Коровина, или других, там очень серьезный, Делягин. Я сейчас хочу тебе сказать. Ты скромничаешь, потому что, понимаешь как, при вот всем при том, да, что ты говоришь, что ты боишься там что-то не то сказать, там какие-то проблемы, есть ощущение, что ты занимаешься своим ростом постоянно, что ты не остановился и не... Вот, я и ростом, такой, и весом. Какой-то, я, честно говоря, не претендую на знание твоего веса. Это лишняя для меня информация. Хорошо. Но в плане твоего личностного роста у меня есть четкое ощущение, что вот эта тема, она на самом деле, это твоя тема. Потому что вижу, сколько усилий ты прикладываешь к тому, чтобы быть всегда в курсе, чтобы вот уметь так свободно, легко говорить на самые, не знаю, там, какие-то сложные темы. Это система, вот ты системный человек. Вот поясни мне просто по-человечески.
Знаете, в какой-то мере можно сказать, что да, в какой-то мере. Я волевой человек где-то. Я вам дам пример, чтобы люди понимали. Я 16 лет вот писал свою кандидатскую диссертацию. Да. У меня их было 35 вариантов, каждая по 200 страниц. Многие мои друзья давно плюнули, бросили. Я не хочу их называть. Это известные политологи. Они начинали со мной. И вот просто не хватило воли. Да? Когда ты пишешь одну версию, не нравится тебе, пишешь вторую, не нравится руководителю, пишешь третью, нравится уже тем, кому ты презентуешь, пишешь четвертую, опять тебе не нравится. Вот это говорит, знаете, по крайней мере, какой-то минимальной воли. Или вот эта работа «Олигархическая Молдова», там первый вариант имел 1500 страниц. Мне пришлось 600 страниц урезать, то есть работал 3 года, день за днем, и пришлось потом Виктора Чабану приглашать, вместе потом работали 2 года. То есть это огромнейший труд, и он требует системности, он требует воли, воли и усидчивости. Ну, воля у тебя есть, я покопалась в твоей биографии и видела, что... Насчет вот того, что вы говорите, вот системно и так далее, вот я когда собираю некоторые материалы, я сейчас работаю над 2-3 работами одновременно, я что делаю? Вот происходит событие какое-то, да, я пытаюсь делать в компьютере, да, фишиере, то есть соответствующие, да, ящички, в котором я папочки, я укладываю всю эту информацию, я пытаюсь, по крайней мере, это делать, да, и потом, когда собираются вот по 50 папок и в каждой там по 300, да, статей, вот в каждой папке, то вот от этого можно сойти с ума, но это помогает систематизировать многие вещи, которые для многих проходят мимо, понимаете, мимолетом. Я понимаю, мимолетом. Я очень хорошо понимаю, вот и слушаю тебя, и думаю, что да, я вот тоже читала твою родословную, подумала о твоих корнях. Наверное, большую роль действительно сыграло то, что ты потомок великого рода Аргын. Я когда прочла про всех твоих родственников, я много чего узнала. И узнала, что у тебя даже есть тетушка Роза. Да. Среди всех, которые не из Бразилии. Но, тем не менее, у тебя действительно там очень такие вот, не знаю, вот впечатляющие, я бы даже сказала, своими достижениями вот родственники. Это правда. Скажи, пожалуйста, вот все-таки ты создаешь впечатление человека, который сделал себя сам. Так. Вот все те обстоятельства, которые у тебя были по жизни, ты как будто бы вот шел вроде как вопреки. Да, потому что ты много проблем было, все, но ты вот так вот как-то с 16 лет как пошел работать, так и сказал: Богдан, ты должен стать вот большим человеком, так как твои предки. Вот что-то такое было? Ну, наверное, это так, потому что, наверное, я говорю, у нас было 3 детей, я рос с матерью, да. Да, и 2 сестры. Было, 2 сестры, да, матери было очень тяжело, она работала сторожем, строителем, рабочим, дворником. 70 рублей в месяц, то есть было очень тяжко, мягко говоря. Угу. Я всегда говорил, что мать многим пожертвовала ради того, чтобы я имел вот образование. Да, она не платила за образование, я поступил на исторический первый факультет, но было очень тяжело в том плане, да, что ниоткуда не было поддержки. И когда на тебя все смотрят, да, как вам сказать, вот, мягко говоря, косо, да, ну, внешность не та, ну, мыслит не так, ну, выглядит не так, ведет себя не так, ну, все не так, короче, все не то, все не так. Нужно было всегда идти против течения, нужно было всегда идти против большинства, нужно было всегда доказывать, во-первых, самому себе, что ты хоть чего-то стоишь, да, когда все говорят, что ты никто, ты ничто, да, иди паси там овец, если разрешат, если конкурс пройдешь, скорее всего, и там не пройдешь, да, то есть вообще никто-то, да, неудачник и так далее, то это надо доказывать самому себе, а чтобы себе доказывать, у тебя должен быть, как бы сказать, какой-то стержень. Этот стержень основывается на том, что мне мать всегда говорила: у тебя там родня, один дед был губернатором, то есть волосным управляющим в Казахстане, прадед. Другой дед банкир, третий дед заведующий там районным образованием учителей, заслуженный учитель Казахстана. То есть очень серьезная родня, очень серьезные корни там. Ты из Аргына, ты не знаешь что. Ты просто обязан, да, доказать, что ты вот не такой, а ты лучше. И это мне давало всегда, как вам сказать, внутреннюю энергетику, внутреннюю мотивацию, да, доказывать вот что-то и так далее. Хотя даже спортом пришлось заниматься, чтобы за себя постоять. Ну, ты какой-то вот как будто обиженный вот на я вот. Обиженный? Да, нет. Вот. А ну почему? Ну потому что я твоя цитата,
Я ее, когда прочла, крепко задумалась. Так. Я всегда чувствовал желание окружающих ударить мне в спину, так, посплетничать за глаза, так, завязать интриги. Так. Но всегда говорил себе, что раненый лев достойнее здорового шакала. Так. Сейчас задам очень неожиданный вопрос. А сейчас ты кто? Ты кем себя ощущаешь? Ну, не знаю, кем я себя ощущаю. Ну, это тогда пускай, сравнил раненый лев. Пускай об этом люди говорят, родные, друзья. Их, правда, у меня не так уж и много, этих друзей, родственников еще меньше. Есть ощущение такого, знаете, одиночества, как бы вот, как одинокий волк, да. Правда? Вот да, значит, есть, с волком уже ассоциируется. Есть такое, ну, не знаю, если с волком. Ну, интересно, ну, смотри, сам сказал там. Для даков, для древних даков волк был тотемом, uh-huh. да. Как говорят, хоть я по гороскопу лев, а по году тигр, по году рождения, да, но некоторые вот мудрецы говорят, что да, волк хоть и слабее льва, но в цирке никогда не выступает. Вот, то есть дрессировке не поддается. В этом плане, да, я всегда шел против течения. И это не всегда дается легко. И действительно, я так ощущал долгое время, и так и было. Я вам говорю, это без... И ни на кого зла не держу, и человек вполне открытый. Сейчас у меня этих ощущений нет, честно говоря, и меня это даже и напрягает. Слава Богу. Нет, даже кажется, напрягает, понимаете? Кажется, говорю, что-то здесь Богу. Не то, да? Что, значит, деградируешь. Как говорят некоторые известные философы, да, что значимость человека видна не только по его друзьям, ну, по его врагам. Ну и по врагам. Да. Ну вот ты встречаешься с Прохановым туда-сюда, ну значит и ты там чего-то стоишь. Можно так сказать, да? Но по врагам ведь тоже можно заметить. А так у тебя нет врагов, никто ничего не говорит, никто не критикует, даже хвалят, да, что уже напрягает, понимаете? И, но тем не менее я вам скажу, что сейчас я ощущаю себя вполне нормально в том плане, да, что в партии, в которой я нахожусь здесь, вот в партии социалистов, здесь атмосфера очень теплая. Я работал в партиях консультантом, не хочу ни за кого ничего плохого говорить. Мне повезло в жизни в том плане, что я работал с хорошими людьми. Угу. Вот в этом плане, да, с хорошими руководителями, например, Дмитрий Брадиш. Я не могу ничего плохого сказать о нем, как о человеке. Я не буду сейчас Брадиша палить, но как человек это очень добрый, отзывчивый. Так вот, в ПСРМ я вам скажу, что мне повезло еще больше. Здесь люди какие-то, как вам сказать, открытые, чуткие. Я не вижу вот этой конкуренции, этих волчьих, да, интриг каких-то, да, вот сплетней, игр. Вот. Они, конечно, есть, как и в любой партийной организации, как в любой организации, которая борется за власть. Но такого... Как я видел в других местах, нет. И это благодаря лидеру партии, который на корню отрезает вот все эти интриги, ненавидит сплетни. Игорь Николаевич, вот я сам себя ловил несколько раз, когда заходили люди, да, и пытались что-то на другого донести, он сразу отрубал. Я вам дам один пример. Вот помните, пару месяцев назад говорили, что из ПСРМ должно уйти, там 5 человек есть, которых ну, Плохотнюк купил. Ну, это постоянно, купил. Да. Не, но говорили, что 5 человек, идут. Которых Плохотнюк купил уже, все, вот они должны выйти, вот они уже вышли, вот они уже заявляют, вот они передумали, но завтра заявят. И к лидеру партии приходили разные доброжелатели, даже списки показывали, понимаете? Вот тот должен выйти, вот тот продался. Но благодаря вот его способности, как вам сказать, держать людей при себе, помогать людям и слушать людей, партия держится как единая семья, как единый кулак. Благодарю тебя за эту беседу. Мне она показалась очень интересной, потому что вот мне доставляет большое удовольствие еще копаться в таких вот личностных особенностях моих героев. Не во всех копаюсь, но в некоторых делаю это с удовольствием. Вот сейчас признаюсь, что это тот самый случай. Желаю тебе удачи. Мне кажется, того. Да, мне кажется, что вот вообще она политикам нужна. Это такая дама, которая очень много определяет в политической деятельности. И, конечно, до новых встреч. Всегда рада в качестве политолога, политического комментатора видеть в своих рад. Программах. Спасибо. Вам удачи. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.